Красота и грация – эти слова всегда ассоциируются с художественной гимнастикой. На один день Видное стал столицей этого вида спорта. Более 600 юных гимнасток из разных городов страны приняли участие в открытом турнире «Ступень к успеху». Соревнования, организованные торгово-промышленной палатой муниципалитета и спортивным клубом «Ступени», проводятся уже в 7-й раз. У нас есть большое количество детей, которые занимаются таким прекрасным видом спорта, как художественная гимнастика. Я очень рада, что у нас здесь представлены дети различных уровней подготовки. Это как гимнастика в группах спортивного совершенствования, так и развивающая гимнастика. Гимнастки выступали по программе ОФП в том числе. Вот, поэтому уровень разный, но я рада, что очень многие дети именно из Видного занимают первые места. Самое большое число спортсменок представляли видновские клубы. Девочки занимаются с самого раннего возраста. Василисе Маликовой 8 лет, и половину из них она в гимнастике. На каждую тренировку бежит с удовольствием. С волнением и радостью выходит и на соревновательный ковер. Спортсменок оценивала судейская коллегия. Внимание обращали на артистизм, технику исполнения. Юным звездам гимнастики нужно выполнить обязательный набор элементов и продемонстрировать волю к победе. Гимнастика – это хороший вид спорта. На ней можно выступить так хорошо, что занять какое-нибудь место. Маленькую Дашу на соревнованиях поддерживает ее мама, а в художественной гимнастике мама – это почти спортивный агент. На ней костюмы, макияж, прическа и, конечно, важные напутственные слова. Без ложной скромности могу сказать, что мама точно помогает. Но и с первого дня тренер призывает нас к тому, что мама, тренер и ребенок обязательно должны работать вместе, иначе ничего не получится. Поэтому, конечно, по максимуму стараемся участвовать в жизни гимнастки. Завершился турнир вручением кубков и памятных призов лучшим спортсменкам. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.